Ну, здесь знаете как, это можно посмотреть такой фильм «12 стульев», почитать «Золотой теленок», что-нибудь в этом роде. Вот один раз украл, уже второй раз по привычке. Привычка. Вот сделайте вот так руки, какой палец сверху. У кого-то правый, у кого-то левый. Вот 50%. 50% людей делают так, а 50% делают так. Если поменять, то это неудобно. А почему так привык? Это просто привычка. Вот человек своровал разок, хочется второй, третий, бодрит. А потом просто по привычке. Вот и все. Они не могут остановиться. Разом вот так коррупцию, может быть, будет сложно победить. Даже, понимаете, если руки отрубать за это, за воровство, все равно по привычке будут воровать. Пытаться нужно.